Транс-Россия для нас – это, пожалуй, ключевое событие с точки зрения взаимодействия с клиентами и партнерами. Группа «Дело» уже не первый год выступает стратегическим партнером, тем более, что в этом году, когда компании исполняется 30 лет, мы представлены большим стендом, на котором работают сотрудники всех наших компаний. Это и «Дело Ports», и «Global Ports» – наши стивидорные активы, а также железнодорожный оператор «Трансконтейнер», оператор мультимодальных перевозок «Руском», а также судоходная компания «Саска». На выставке работают сотрудники из всех наших активов, которые приехали из всех регионов России. Также приятно, что в этом году есть и зарубежные партнеры. Наконец, ситуация позволила проводить встречи с нашими коллегами из других стран в очном формате. Выставка дает прекрасную возможность пообщаться, провести переговоры, обновить контакты и связи, подтвердить договоренности, подписать соглашение о сотрудничестве. Мы подписываем их на протяжении всей выставки. Также большое значение имеет деловая программа. Представители и управляющие компании, и активов принимают активное участие в работе деловой программы. Отрадно, что есть площадка, которая позволяет выстраивать новые связи с партнерами, что особенно важно в условиях трансформации, которая происходит на транспортном рынке с 2022 года, когда многие наши зарубежные партнеры приостановили или прекратили сотрудничество, и мы были вынуждены искать новые форматы работы. В общем, в целом тренд позитивный, об этом говорили представители в ходе деловой программы, и, в общем-то, общение с клиентами и партнерами на выставке это еще раз подтверждает.